Здравствуйте, и сегодня с вами опять дядюшка Борода, и сегодня в программе. Спецвыпуск от дядюшки Бороды. Мы находимся в каком-то непонятном забытом месте, где-то за Красноярском, в какой-то деревне, где есть снег. Короче, когда наклоняется вправо, нужно встать на левую подножку и вот так вот таким движением. В общем, перенести вес для поворота. Чтобы он проехал. Ну, мясо больше. Так же и когда тебя влево тянет, потом вправо. На нем можно в пухляке крутить пятаки. В пухляке? Там его вот так. Он вот так вот заходит. А, вот так едет. И, соответственно, струя такая, да? Ну да, немножко. Смотри, то есть, короче, можно повысить жесткость за счет, короче, сжатия пружины. И причем они реально обратные, то есть они в обратку работают. На моем насосом. Прикольно. А мы едем на прогулочном этом снегоходе, и как бы все нормально. Сейчас доедем до какой-то базы, будем месить неистово. Да, смотри, как. Мы реально не думали, куда мы едем. Мы даже не понимали, в какую обстановку мы попадем. Чуваки собираются на форуме, короче. Что-то там, короче, про снегоходы. Встречаются на выходных и адски катают каждые выходные в Красноярске. Это вообще какое-то безумие прям. Ты посмотри, что он делает. В этих снегоходах, короче, они турбовые. В них очень много лошадиных сил на килограмм веса. Соотношение просто нереальное. Они едут 180 и набирают до 100 за 3 секунды. Это вообще какой-то ад. Посмотри. Они как свора гиен, короче, окружили нас и вертят вокруг нас всякую хрень. Я просто боюсь. Это надо будет вырезать, короче. Увезли нас, черти пойми куда, в какой-то лес. Я даже этих мест не знал никогда. У нас с собой. Вот. У нас.
собой 4 снежика. Вот этого. У желтого и оранжевого одинаковые двигатели, они его просто атмосферные. Вот этот вот черный Arctic Cat. Он какой-то там крутой версии. Там и двигатель 1.1 турбо. 177 лошадей. А сколько в этих лошадей? Сколько? 192 лошади, атмодвигатель на 180 килограмм веса. Да это просто нереально. Вот. Я еще раз повторюсь, у нас, короче, 4 снежника. Это утилитарник, наш лимузин, который нас перевозит с поляны на поляну. И 3 каких-то непонятных. В общем, один кроссовый Arctic Cat, на котором двигатель 1.1 турбо, 180 или 170 с лишним лошадей, короче, и 2 скиду, на которых 192 лошади, они атмосферные, они нереально месят. Я покатался на всех 3, на утилитарнике я не стал кататься, там просто удобная тачка, реально. Вот. Они сумасшедшие просто. Понравились все 3 снежика. В общем, вообще круто. Но они все, каждый по-своему разные. И чуть позже будем говорить о том, какой из них лучше, какой из них хуже и какой для чего. Но просто это нереально. Мы даже не думали, что получится вот это вот все. Посмотрите, как офигительно. Там, кстати, Красноярск он видно. Я даже не знаю, где мы. У оранжевого очень крутой подрыв. Снизов просто месит, нереально просто подрывает. Я на нем пытался несколько раз встать дыбы. У меня, конечно же, не первый раз это. Пиздец. Первые 3 раза ничего не получилось, но потом я освоил это дело. А вот этот нам сказали какой-то кроссовый, типа, короче, прям реально спортивный. Снежик месит он нереально, у него очень круто работает подвеска. Что касаемо его лыж, что касаемо вообще его, как они это называют, там, гусеницы, да? Все очень круто работает, подхватывает и едет круто на верхах. А третий, желтый, скиду тоже, который 190 лошадей, в нем как что-то непонятное, короче. Он тоже встает в дыбы, но едет немножко хуже, чем оранжевый. Но у оранжевого доработан выпуск. Очень качественно месят вообще все 3. Я вообще не знал, что можно так быстро передвигаться по снегу. Нереально круто. Ощущений масса. Просто масса ощущений, которые я вообще только перевариваю, только успеваю их как-то переварить. Снимаю это просто. Я как человек, который только первый раз прокатился на снежиках, я не могу их сравнивать как бы как с профессиональной точки зрения, но скажу, есть вот такой 1.1 турбо. Подвесочка мягкая, очень круто рулится, очень легко, наверное, из-за своей короткой базы. Но есть еще вот такие вещи, как BRP. Он получается 800R. Этот на выхлопе, этот без выхлопа. Вот этот аппарат я бы посоветовал, если вы уже лет 5 катаете, у вас стальные яйца, у вас есть с собой всегда сварочный аппарат, чтобы в лесу заварить свое очко, чтобы реально не обосраться.
Потому что я реально думал, что мы приедем, посмотрим на один снежик, прокатимся на нем, и я скажу: снежик я-то охуенно покупайте. Ну когда мы вот это почувствовали? Что же хочется вам сказать? Покупайте, катайтесь, но помните, каждое удовольствие стоит денег.